Приехал сегодня первый раз помочь ребятам. Очень интересно. Как вы узнали о пище жизни Донецкой? В ВКонтакте рекламы много всякой. Ну, как-то срезонировало, прочитал, услышал. Вы сами внутренне. Дончанин сами, да? Макеевки. А, из Макеевки. И вы вот просто читали посты в интернете и решили попробовать себя волонтером, да? Да что попробовать? Всегда что-то такое внутреннее желание какое-то есть. И наконец-таки добрался. Угу. Выходной вот, с удовольствием работаем. И сразу на дрова, да? Ну, на тяжелый дрова, физический труд. Что дадут, то и рад тому. Очень рад. Такой возможности, что люди собрались, сгруппировались, все работают. В каком-то общем. Насколько важна такая помощь людям в данном регионе? Очень важно. Я вот думаю, это прям своевременно и своенравно. Три года вроде бы эта штука работает. Почему? Это не только ведь еда, но духовно людей обобщает, собирает воедино. Это очень важно, полезно так, людям помогать и общая работа. Это круто. Спасибо. Спасибо.